даже такую систему можно подвинуть. Конкретный человек на конкретном месте. И это либо успех, либо не успех. Либо здоровье, драма, не дай бог, трагедия. И подумайте, с одной стороны, вы не правы. Конкретный человек – это всегда убеждение. Право и трагедия. Браво. Аплодисменты в истории с реформой психоневрологических анкетов. Государство. Федеральный уровень, чиновники, бюрократия, конечный итог, президент, понимают, что неизбежно нужно введение системы. Она и он слишком огромная, чтобы гибридное законодательство. С одной стороны, не до конца позволяете понимать совершенство точно сейчас. Оно позволяет нам. Даже не позволяет, он требует в нужном направлении. Мы не можем закрыть эту книгу. И еще несколько десятилетий не сможем закрыть эту страницу. Потому что не созданы условия для проживания достаточного персонала, чтобы людей мотивировать на действие. Достаточно обученных, сопровождающих критику. И окей, мы не можем сделать это. Мы не уверены. Что людей втянуть в этот мир. Давайте мир к ним принесем, чтобы отдавать самые трудные проблемы, чтобы отдавать меньше обороты, мой дух, и иметь право на жизнь. Вот это ужасно. Это можно уже сейчас не делать. Поэтому здесь я не хочу, чтобы были какие-то инсинуации, чтобы человек говорил воле, потом воил шпагатников. Лозан. Лозан и Швейцарии тоже такие примеры есть, old school, что там очень важно. Настойчивость. Настойчивость. Гражданского общества. Чтобы нести явную явь. И тогда мы будем в эту систему потихонечку окунаться без всяких эволюций. Потому что это увеличивает эволюционное поле. Во всей ее красе, по любому поводу, происходит. Если есть какие-то кибератаки, какие-то зубы цепляются в эту тушу, и обезболивающего, конечно, если вы помните, о чем мы держали в уме, проходили Дании аппараты, Гренландия принадлежит Дании, взятки, гладки. И шероховатые поверхности таких проблемных, трагических сражений. Там бульдоги. Там каждый раз надо искать новый инфоповод. Им обидно, что СМИ вытащили. Веру наказали. Добрались до чего-то. И не знаю, сколько лет ждет. Тоже рукой своей. Хоп. Ищет новое. Он в старом разбирается. И даже амёбы скосить. Любой другой шоу, блин. Система зашаталась. Конкретно найдите. Вот волонтером быть, чтобы помогать метроперсоналам. Скажи, дает. В чем нажимает?